Не буду. Тебе нужно все изменить. Фамилию, внешность, все. А браткам и Челентану я скажу, что я тебя грохну. Пустите меня! Да, я отпущу тебя после бурного продолжительного секса. Только тогда отпущу. Если ты завтра до 20:00 вечера мне тёлку не приведешь, готовую со мной сотрудничать, плотно сотрудничать, я тебе уши отрежу. Причем это не аллегория. Мышка, стой! Стой! Ставь мне покой, урод! Постой! Слушай меня. Твой отец меня вчера изнасиловал. И я пришла его убить. Но я могу вместо него тебя убить, слышишь? Алло, Ник? Да, Настя. Ник, я попала в ужасную ситуацию. Пожалуйста, помоги мне выбраться. Бери меня отсюда. Ну, что случилось на этот раз, Настя? Понимаешь, просто забери меня отсюда и все. Иначе у меня будут серьезные проблемы с доберманом. Настя, у меня у самого куча проблем, ты это можешь понять? И с доберманом в том числе. Ник, я тебя умоляю. Ладно, говори адрес. Это недалеко от метро Павелецкая. Адрес говори. Космодемьянская, набережная, дом 50, Ник. Хорошо, все, я сейчас приеду, давай. Ага, все, давай, пока. Давайте я вам помогу. Спасибо, так неожиданно. Спасибо. Не за что. Вы знаете, у меня тоже к вам просьба будет. Вы не могли бы меня подвезти? Мне сестра позвонила, у нее какие-то проблемы. Вот тут недалеко совсем, если, конечно, вам по пути. Ну, садитесь. Только, вы знаете, я Москву не очень хорошо знаю. А если дорогу покажете? Без проблем, разберемся. Я сам не местный. Ясно. А что с сестрой? Что-то серьезное? Да как всегда, позвонила в слезах, в истерике. Я думаю, все нормально будет. А вы хороший брат. Не волнуйтесь, я вас подвезу как можно скорее. Только страшновато по Москве ездить, все такие нервные. У нас в Воронеже, я из Воронежа, гораздо спокойнее, только вот делать абсолютно нечего. Перспектив никаких. А в Москве чем занимаетесь? Я учусь в школе телевидения, буду диктором. Вы знаете, я немного знаю телевизионный мир. Хочу сказать, что вас там быстро сожрут. Ну, если вы, конечно, не дочка или любовница какого-нибудь продюсера. Да нет. Ну, тогда тем более сожрут. У меня, кстати, к вам отличное предложение. У моего хорошего друга самое лучшее в Москве модельное агентство. Я думаю, что вы ему очень подойдете. Вот здесь направо поверните. И прямо. А на телевидении вы годами будете обивать пороги телевизионных студий безрезультатно. Серьезно. Какие-то мрачные картины вы рисуете. Почему мрачные? Это жизнь такая. Я сам артист балета. Да, я в Большом театре танцую. И знаю, как трудно пробиться творческим личностям в Москве. Ну, вы скорее похожи на игрока. Да, то есть чего взяли? А, это? Это просто так, хобби, что... Ну, так что, давайте сейчас к моей сестре. Я немного с ней разберусь. И потом к моему другу в модельное агентство. Даже не знаю. А куда теперь ехать-то? Вы знаете, вот сейчас, честно, сам не могу понять, где мы находимся. Алло, Ник? Алло? Алло, вас не слышно? Прекратите мне звонить на телефон и молчать!
Алло, Ник, ты где? Да, Настюш, сейчас я уже подъезжаю. Немного заблудился, сейчас найду дорогу и приеду, хорошо? Давай быстрее. Давай, давай, потерпи немного. Угу. Ну так что, вы решили? Я подумаю. Ну, вообще-то модельный бизнес меня никогда не привлекал. Вам стоит попробовать произвести там фурор. Честно. Я же артист балета. Я знаю, что говорю. Господи, куда мы заехали-то? Понятия не имею. Слушайте, остановите вон там, сейчас спрошу у этих парней. Ребята, вы не подскажете, как... Говорю, ребят, все нормально, все хорошо. Я сам как-то знаю. Я сам разберусь. Алло. Ник. Да? Это Ольга Романовна. Ольга Романовна? Здрасте, здрасте. Что с тобой? Это я просто спортом занимаюсь. Я разобралась в твоей ситуации. Да. Приезжай ко мне. Ага. Понял, бегу. Бегу. Надо серьезно поговорить. Алло, Настя? Ник. Привет, слушай. Со мной такой трындец происходит. Сначала я заблудился, потом меня чуть не убили. Я вообще не знаю, где я нахожусь. Ник, ты что, не приедешь? Настя, не могу никак, честно. Ник, да пойми ты, мне нужна твоя помощь. Я совершила глупость, Ник. Настя, почему ты меня это не удивляет? Короче, приезжай домой, мы с твоими глупостями потом разберемся. У меня у самого их хватает. Слышишь? Ник, ну не бросай меня снова, это просто нечестно! Настя, все, давай. То-то же. Что ты делаешь? Что ты делаешь? А? Что ж ты делаешь, гадина? Я же ослеп, ну а? Что ж ты делаешь? На! На!
ну стой! Стоять, я тебе сказал! А ну стой! Стой, тебе говорю! Стой! Ты труп! Я тебя достану! Что-то случилось? На вас напали? Ограбили? Может, милицию вызвать? А, нет, нет. Спасибо. Не надо, это я так поскользнулся. Здравствуйте. Здравствуйте. Черт. Девушка, а не расскажете, который час? Оставьте меня в покое. Нет, я серьезно. Слушайте, вам что, делать нечего, а? Да я просто спросил, сколько времени. Что, я похожа на проститутку? А при чем здесь это? Слушайте, у вас есть мама? Есть. Я не похожа на проститутку, я не проститутка. Да я просто хочу... Слушайте, да я не хочу просто, что я не хочу с вами знакомиться, вы понимаете это или нет? Девушка, а? Вызывай милицию, я вас придержу. Да что у вас тут в Москве? Все сдурели, что ли? Николай! Идиотка, тебе что, жить надоело? Иди он из окна спрыгни! Простите, я вас не заметила. Не заметила она. Из-за таких, как ты, людей в тюрягу и сажают. Простите. Понаехали. Ну, заходи. Ольга Романовна, вы хорошо себя чувствуете? Что с вами? А ты как думаешь? Это вам. Спасибо. Ой, господи, господи. Как венок. Ну, не надо так. Ой, что ты понимаешь? Когда в душе тебе... В душе тебе 30. Организм сопротивляется. А тебя все куда-то несет, несет. Тебе все что-то хочется. А он говорит тебе: старуха. Ты разве понимаешь меня? Нет. Возможно, нет, Ольга Романа. Я извиняюсь, что я перехожу сразу к себе, но вы знаете, что я очень жду от вас решения моей проблемы. И вы знаете, как это важно для меня. Дай мне телефон, пожалуйста. Отложи на завтра все дела. Я остаюсь дома. Да. И звони мне только, если что-то очень важное. Угу. Я уже обо всем договорилась. Вот тебе. Вот. Это мой старый знакомый. Он тебя примет.
Ольга Романовна, здесь написано, что это народные танцы. Угу. Что? Угу. Ольга Романовна, вы что, издеваетесь? Да мне не нужны народные танцы, мне нужен большой театр. Вы этого что, не поняли до сих пор? Вы ходили себе калинку малинку танцевала? Тише. Не ори. Не ори. Принеси мне воды. Я тебе сейчас все расскажу. Знаешь, у меня нету ни моральных, ни физических сил бороться с этой голубой мафией. Этот вот Эдуард Сергеевич очень сильная, влиятельная личность. А мне главное тихо, спокойно дожить до пенсии. Алло? Да? Иван Николаевич. Спасибо. Да нет, да просто укатали. Укатали сивку, крутые горки. Ник? Маша, ты меня напугала. А что ты делаешь? Что я делаю? Что я делаю? Я нашел Настин украшение, хочу положить его назад. Интересно, где ты его нашел? Здесь нашел, в квартире, в вещах. Слушай, хватит врать, мы с Настей перерыли всю квартиру, когда искали это украшение. Прекрати истерить, Маша. И Насте, пожалуйста, не говори ничего. Она и так нервная. Но придумывает себе бог знает что. Привет. Тебя же убили. Ну и отпустили. За тобой. Шучу. А ты чего от меня сбежала? Я не сбежала. Думала, не найду. Слушай, у меня своя жизнь. Меня от модельного агентства отправили на конкурс «Мисс Россия». Я же могла отказаться. Ну какая «Мисс Россия»?
Я же знаю, что твое агентство тебя кинуло. Ну, в которое родители деньги вложили. Настюш, вообще-то ты моя жена. Я твой муж. И ты должна меня слушаться. Ты мне не муж. Ну да, я теперь не такой красивый. С прошлой жизнью я завязал. Причем большой ценой. Я приличный человек. И хочу, чтобы моя женщина была приличной. А не шлялась по всяким модельным агентствам и конкурсам красоты. Понятно? Я ненавижу, 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 ненавижу. Придурок. Настя, постой, ты куда? Принцесса, ты от меня никуда не денешься. Спасибо, что проводил, но не наглей. Тебе здесь нечего делать. Да ну ладно, дай посмотрю, как моя невеста в Москве живет. Чего ты? Отстань от меня, а? Ты мне будешь только мешать, тем более живу не одна. Все, давай, пока. Извини. А с кем ты живешь? Ну, долго рассказывать. А я не тороплюсь. Нормально у тебя хоромы. Настя, привет! Привет, Настюх! Где так долго была? Я уже успел соскучиться. Здрасте. Это кто? Рома, это Ник. Мой друг. Кто он твой? Мой друг. А чё он голый? Я не знаю. Видимо, он был в душе. В душе был? Ты часто здесь в душ ходишь? Нет, а подожди, подожди, подожди. Не, а чё, подождать ты я должен? Ты неправильно всё понял. Что здесь происходит, а? Вы что, с ума сошли, Ник? Ник, ты что, дурак, паровоз? Ты понимаешь, это Ник, парень моей подруги Маши. То есть у тебя здесь притон? А это кто? Это мой жених, Ромка Паровоз. Как? Ты же сказал, что он умер. Ну не умер. Я живой. Так, все. Я никуда с тобой не пойду. Я сказал, собирай вещи. Мы сейчас уезжаем с тобой в Питер. Ты поняла меня? Дай сюда сумку. Я тебе обещаю. Все что будет так, как ты обещаешь? Хочешь. Ты мне уже обещала много всего. Я стану твоей женой. Вот за тебя замуж. Все будет так, как ты хочешь. Но только после того, как я выиграю конкурс красоты, понимаешь? Никаких конкурсов красоты. Я должна красоты. Дойти я жду твои конкурсы красоты, я как и здесь. Конца, ты да ты, черт, нет. Возьми. Это и есть паровоз. Ты его убил. Черт. Кровь. Милицию вызвать или сваливать? А? Может, его на улицу вынести? Подожди, я придумала. Давайте вызовем милицию. Скажем, что он грабитель, и что он на нас напал. И ты, ну, в целях самообороны его ударил по голове. Да. Подожди, Маш. Нет, нельзя милицию. Ну, а что делать-то? Я не знаю. Все, я сваливаю. Ник, подожди, ну что ты нас бросишь с этим? Настя! Ник, он шевелится! Он жив! Ник, не оставляй нас, пожалуйста, я тебя очень прошу. Все, я сваливаю. Ник! Ник, подожди! Ник, не бросай нас, ну! Это ты меня стукнула? Нет. Ром. Принцесса,
Где он? Понимаешь, ты его неправильно понял. Он думал, что ты грабитель. Поэтому он тебя ударил, просто нас защищал, понимаешь? Он, да, я понимаю. Он подумал, что ты хочешь ограбить. Угу. Видишь это? Это теперь будет со мной. Я вернусь. И когда я вернусь, мы с тобой уедем вместе. И будем счастливы, да? Может, умрем в один день. Так может быть, тебе голову перевязать? Ты своему придурку передай, я его найду и убью. Подожди. Алло. Привет, это Николай. Николай, хорошо, что вы позвонили. Даже не знаю, хорошо ли. Хорошо. Это очень хорошо. Николай, простите, я, наверное, веду себя как идиотка, но я вам звонила много раз, но вы трубку не брали. Ну что, давай через час у памятника Пушкину. Это в центре, найдешь? Да, да, найду, да. Давайте. Маша, Маш, подойди сюда, Маш. Представляешь, она на месте. Ну вот видишь, надо было просто внимательно смотреть. Да я внимательно смотрела, его не было. Ну, я надеюсь, ты меня не подозреваешь? Нет, конечно, но как-то это странно. Может, и странно, но я здесь ни при чем. А что ты так вдруг волнуешься? Да ну тебя. Маш, подожди. Машенька, извини меня, пожалуйста, я не хотела тебя обидеть. Просто со всеми этими событиями я вообще сошла с ума. Я тебя умоляю, останься со мной, мне очень страшно. Настя, да ты что? Я же уже о встрече договорилась. Маш, я тебя очень прошу, останься со мной, мне очень страшно. Настя, я не могу, у меня от этой встречи зависит будущее, понимаешь? Машенька, я тебя умоляю, пожалуйста, не оставляй меня, мне очень страшно, пожалуйста. Да что с тобой делать, а? А, алло, Николай, моей подруге очень-очень плохо. И я не смогу сейчас прийти. Алло. Он бросил трубку. Тихо. Привет, малыш. Привет, крошка. Дождалась? Вас младше, мне очень жаль. Конечно. Ну, сейчас он вам объяснит. Объясним. Да. Ребят, значит, давайте я завтра. Скажи, что вам завтра, поеду. Да. Давайте потом. Сики-сики-сики, мартышка. Выйди у нас, прячется. Вот дурак-то. Приведи его. Приведи. Приветствую. Здравствуйте. Живы. Как жизнь? Дайте мне сигару, пожалуйста. Открылись ли? Красавцы, слушай. Мы тоже потихоньку шушим. Тоже молодцы.
Босс, слушай, он куда-то исчез, нет его нигде. Куда он исчез? Чего ты меришь-то? Здесь всего четыре стены. Ну нету его. Типа шуруши приведи. Чего ты как медведь, а? Чего ты стоишь, Рома? Вот там пошуши. Вот точно с дураками работать приходится, а? У тебя такие же дебил? Ну да. Угу. Извини. Да. Если ты бутылку разбил. Нормально. Э, алло, где он, а? Кто он? Ну, парень, ты пробегал. А, этот придурок, который бутылку разбил. Ну, конечно, вот, где он есть? Он туда побежал. А, от меня его тоже заваляйте! А, бутылка-то мне кто? Идиот. Ребят, не видели, парень здесь пробегал, а? Нет, никого не было. Вон он! Стой! Все в порядке. Да, да, нормально, нормально. Нужно сбить могла. Да вы меня и так сбили. Что, добегался? Допрыгался, танцор, а? Девушка, вызовите милицию, помогите. Отпустите его. Рот закрой, садись в машину, уезжай, куда ехала. Девушка, это вор, он в казино деньги украл. Это что, вранье? Вызовите милицию, помогите. Вызовите милицию. Давай, иди. И давай. Чего надо? Чего же умеешь? Ты хозяин, что ли? А тебе какое дело? Иди отсюда, я тебя не знаю. Ты фармазон. Ага, сейчас. Ты адресом ошибся. Здесь такие не проживают. Ладно, не гони. Мой старший брат с тобой сидел. Лодочник. Помнишь? В Караганде. Он тебя очень точно описал. Ну ладно, ладно, ладно. Соседи услышат. Ну, слава богу, адреском не ошибся. Говори, чего надо? Перекантоваться надо, недолго. Брат сказал, ты мужик нормальный, своих не бросаешь. Своих? У меня давно нет своих. Я давно сам по себе. Пустишь или нет? Ну уж ладно. Ну, проходи, живи. Давай.
Я тут подумал. Что ты подумал? Оставь меня в покое. Настюш, ну ты это, не серчай. Давай я тебя подвезу и поговорим по дороге. Я с тобой никуда не поеду. Блин, хотелось бы по-хорошему. Чего ты упертая такая, а? Садись. Я одна не поеду. Садись, я сказал. Я сейчас в милицию позвоню. Да позвони, позвони. Она невеста моя, у меня справка есть. Я без Маши никуда не поеду. Ладно. Куда? На Мосфильм. На Мосфильм? Садись. Хорошо, что я сегодня дома. Тебе куда? В центр. А в центр это куда? Прямо. Угу. Глазки покажу. Отворачиваться не надо. Нет, ну сюда, пожалуй, я стрелять не буду. А вот сюда смотри. Не надо отворачиваться. Нет. Смотри сюда. Давай, вот сюда глазки. Раз. Вниз опускай. А вот коленкой я тебе, пожалуй, и прострелю. Бах! Так. Стоп. Да. А вот, с танцором тут беседу ведем. Ага, ну весело, конечно. Кончать? Хорошо, Лаврентий Павлович, сейчас закончим. Куда ты, родной, куда? Стой. Извини, Тоша, не попал. Облажался. Ну ничего, я сейчас еще раз попробую. Простите меня. Я тебя не вижу и не слышу. Ну, выслушайте меня, Коль! Нет, это ты выслушай меня. Если ты собираешься кормить меня обещаниями, а потом динамить как мальчишку, то ты обратилась не по адресу. Таких, как ты, вон, посмотри, вагон и маленькая тележка. Это не ты мне нужна, а я тебе нужен, потому что ты хочешь пробиться в кино. Что, не прав? Thank you.
Маш. Ну, Маш. Маша. Ну, прости меня, пожалуйста. Ну, прости. Ну, погорячился, вспылил. Исправлюсь. Вот. Ключи от моей машины. Садись и жди меня. Я сейчас быстренько освобожусь и приду. Только, пожалуйста, ну, никуда не убегай, ладно? Не убегу. Вот и умница. Принцесса, черт с вами. Я согласен на твои условия. Ты о чем? Ну, я о твоей возне с этим конкурсом красоты. Можешь дальше продолжать. Может, действительно мисс Россия станешь. Но потом поженимся. Паровоз, но если ты будешь мне мешать, я тебе обещаю, я с тобой что-нибудь точно сделаю. Обещай, что не передумаешь. Мужик сказал, мужик сделал. Зуб даю. Я же понимаю, что для тебя это важно. Да если тебе в голову что втемяшится... Ой, в голову втемяшилось тебе. Насчет женитьбы. Может, я люблю? Ну, конечно. Ладно. Тебе. Спасибо. Ну, что ты один, не обижай меня. Я же от чистого сердца. Знак моей любви. Тебе идет. Спасибо.